Всем приветики, с вами Дейдара 2, а не один, мы продолжаем играть Человека-паука. Марвел Человек-паук, мы в Санктум Санкторум сфоткались только что. Это было круто. О-о-о-ноу. Это отставной чувак, это не тру горожанин, он хочет меня ушатать. Ну надо же. Итак, пока, собственно, вас не было, я немного зачистил рюкзаки, немного пофоткался и поделал всякие левые штуки. У меня рюкзаков осталось, кстати, уже найти не так много, что меня радует. Я рад, что я уже собрал, собственно, 45 рюкзаков из скольких там 55, то есть осталось всего 10 рюкзаков, как видите, их здесь уже нет. То есть мне предстоит рюкзак здесь, здесь, потом где-то здесь и, собственно, там. Ту зону мы пока не трогаем, потому что я такой, ну, по сюжету мы, наверное, туда пойдем. И вообще, надо выполнять сюжет, поэтому мы сейчас идем, наконец-то, уже, наверное, многие даже прошли вперед меня. Многие, наверное, просто по сюжету проходят, а я такой, знаете, типа... надо сфоткаться, надо сделать второстепенное задание, надо кого-то спасти, из-за этого я немножечко торможу, но я радуюсь каждому аспекту игры, я прохожу на харде, напомню вам, и советую всем на харде проходить, потому что хард, он раскрывает полностью игру. Я, кстати, так... Опа, шокер! Эй, Герман! Серьезно? Вау, я не ожидал, что он будет здесь. Я думал, сразу в банке, как показывали там. Ты это уже говорил! Я тебе не враг, но ты меня затормозишь! Значит, какой там ты? Была все-таки демо-версия какая-то? Или нет? Зачем тебе деньги, Герман? Ой-ой. Да, мне это я прям... Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, это был... Души-то у тебя нет? Ну же, Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. А, он специально с ним разговаривает, чтобы Герман... понимать, наверное, куда он идет. Что, ты отзываешься только на Шокера? Мистер Шокер! И просто его подкалывать, непонятно. Я его... О, я могу его остановить! Так опа! Что? Поговорим! Я сказал! О, жестко. Блин, это так превосходно просто сделано. Герман! А зачем ты вообще грабишь людей? Да, полиция же следит за каждым твоим шагом! Ты только вышел да, из тюрьмы. Ты туповат. Но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, классный, дела у тебя плохи. И значит, ты крадешь не для себя. Паук. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Да, жестко, он прыжками уничтожает. Он полгорода сейчас я его уничтожил, да. Смотри, как он жесть, по сути, творит в городе. Быстрей, быстрей! О! Блин. Надо его остановить, да. Он так весь город, блин, разрушит. Ух! Смотрите, как эпично просто. 1080, вы просто охреневаете от этого. Опа! Ну что, он убежит. Я его догнать вообще не могу, слышите, он прям такой быстрый. Ой, почти... Господи, что мне тормозит? Стою! Я так проиграю. Ладно, я сам на тебя вижу. Шокер. Выходит X. 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 X это ускорение. О, ладно, попал. Вот ты как тоха, а? Скорее. Да, он прямо убегает.
прям реально убегает, то есть реально старается убежать. Я прямо первый раз я его так без проблем мне показал, загнал так на нолик уклоняться. Все время забываю, блин, в воздухе уклоняться как непривычно. Давай, 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 давай. Остановить! Да! Опа! Извини. Остановить. Ой-ой. Знаешь, Герман, как личность, ты ноль. Все? Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может, позже. Серьезно? Серьезно? Это был бой с Шокером? Вау, это необычно. То есть его уже поймали. Молодец, и... Человек-паук. Следующий бой его будет позднее. Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Это офигенно. Но классный ты ведь меня батл, любишь? Кстати. Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Необычный босс батл. Хорошо, мы сделали. Кажется, у меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МЖ. Привет, МЖ. Послушаем, что она скажет, а потом... Я только что смотрела новости. Остальное делать. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Тут нам рассказ, похоже, как он появится. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история. И я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Извиняюсь. Так, что у нас, собственно? Новые дополнительные задания, кстати говоря. Человек-паук, частный детектив. И там у нас штурм крепости. И, возможно, дополнительное задание как раз и будет нам про Шокера. Но... Видать, не сейчас. Что-то мне кажется, вряд ли. Вот Человек-паук, частный детектив про Шокера. Вряд ли Шокер уже был в сюжете. Значит, логично, что он будет, наверное, в побочке какой-нибудь, да? Или в дальнейшем в сюжете тоже. Когда ему сделают новый костюм. Блин, они прям специально делают прямо так близко, чтобы я такой... ну ладно, помогу. Реально ничего не будет делать. Что не вовремя. Или потом послушаю, что он сказал. Все время врубается как-то вот не вовремя для меня. Я уже понял, как его, кстати, слушать. Не волнуйтесь, мы не пропустим. Да, я еще слушал пару выпусков GM. Опа. Ух ты, громилы самые опасные для меня именно. Я заметил, они прям мне максимальный урон сносят. О, блин, да хорош. Постой пока. Взрослые дяди разговаривают. Ой, извини, чувак. Походу я тебя жестко, да? Я вижу иронию момента. Но может вы поймете, что не надо бить других. Да боже, он жив вообще. Что с ним? Да уж. Мне немного его жаль. Но сейчас пока надо сосредоточиться на сюжетных заданиях, чтобы было даже больше всего. Потому что я чувствую, я с таким темпом, если так буду проходить, я потом такой, кроме сюжета мне нечего уже делать. Уже почти утро, мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Сейчас мы немного займемся сюжетными заданиями, и потом вернемся опять к
побочным. Ну, по логике даже. Просто. О, у нас сейчас появится, видать, телефон. Собственно, теперь мы, наверное, сможем пользоваться телефоном, потому что его не было. Но я думаю, после этой миссии можно... Обычно в это время мистер Ли у себя. Тут все так спокойно, знаете, идет, прям как в фильме. Вот если именно сюжет играть, все так потихоньку наращивается сюжет. Это очень круто. Что, они опять играют? Как вы тут держитесь? Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила и не предложит. Я никуда не перееду. Не загадывай раньше времени, не стоит. Ну, я никуда не денусь. Обещаю. Интересно, с кем-то еще можно поговорить, наверняка? Я пишу детективный роман. Тебе понравится. Куда катится этот мир? Тут снова была та миленькая соцработница. Если хочешь, могу познакомиться. Хотел. Мэй долго хранила одежду дяди Бена. Кажется, будто он подсказал ей, что делать. Да. И вот через такие маленькие особенности раскрывается полностью игра. Это очень круто. Мне интересно именно не идти на сюжет, а, знаете, еще точки вот эти соприкосновения искать. То есть с кем-то поговорить лишний раз, с кем-то увидеть новую сценку. Рестораны и продуктовые магазины – отличные партнеры. Всю лишнюю еду доставляют сюда. Видите, тут это как бы помощь таким бездомным и у тех, кому не хватает денег. Это то, что у нас, короче, в России, походу, никогда не будет. Это вот место, которое теоретически должно быть в России, но его нет. Только если, может, в Москве, наверное. Честно, в мелких городах такого места не будет. Ладно, погнали к Ли. Как там? Мартин, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Прикольно, я вижу зарождение мистера Негатива. Любопытно. В этой игре, потому что я вообще про него ничего не знаю. Где она нашла? Я точно не знаю. А что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Как и он. Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Знаете, если нам просто не показывали мистера Негатива, не было бы столько... Эта маска, она... Спойлеров, да? Мы бы не знали, что он такой станет, мистер Негатив. Может быть, связано с опасным. Некоторые людьми. Не знали, ладно. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Лицевая графика, лицевая анимация такая офигенная тут. И графика... К чему это... рисковать? Ты на PS4 играешь намного лучше, чем смотреть на роликах. Реально, она сочнее, мощнее, вот как на картинках вот. Как вы видели картинки из Человека-паука, вот там реально... Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает это больше, чем говорит? Кажется, спойлер, нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Получается. Понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, они поговорили, а ну, я, собственно... все прошло почти так, как я надеялся. Ну, собственно... Многие компании сотрудничают с приютом. Обучают и нанимают людей. Правда, не все. Кстати, а скорбь сюда не заглядывает. Интересно, Арина, он говорил, не говорил, я уже что-то подзабыл. Могу залатать эти ботинки, еще послушать. Арина находится в тюрьме сейчас или Арина на свободе? Похоже, мы еще нет. Дядя Бен. У тебя как... Это чисто своя история, то есть ни в комиксах, нигде вы такого не увидите. Это очень круто. Ну и дурачком я был.
Напоминает Тоби Магуайр. Реально. Смотри, такой вот Тоби Магуайр. Всем нам есть чего стесняться. И тут вон фоточка. И тут... А, это я... А, на этом триггере, да? Ого, здесь что? Да, прям... мне нравились лошади. Но разве только мне? Зря Мэй держит это на виду. Мне неловко. Это реально мило. Это прям очень мило. И вот благодаря таким маленьким частичкам, да, мы проникаемся Человеку-пауку. Рекомендация Мэй очень помогла. Люди знают, что если она что-то говорит, то так и есть. Видите? То есть и тетя Мэй раскрывается, и все через мелкие детали. Это божественно. Это надо делать всем. Это реально, вот эту игру надо показывать всем в плане того, как нужно создавать игры. Второстепенные задания. Веселые, классные, быстрые. Основные задания шикарные, интересные. Персы раскрываются через маленькие, да, детальки. Я не понимаю, кстати, куда сейчас идти. Я немного, пока заговорился, немного запутался, собственно, куда мне, да, идти. Йоу, Пит, твоя тетя просто святая. Ты мне это говоришь? Кстати, я могу, да? А, нет, не могу. Я думал, я смогу сфоткать, но тут фотоаппарат не работает. Ладно. Окей. Погнали. Собственно, на улицу. На улице он, наверное, переодевается просто в Человека-паука там где-нибудь за углом, ну, грубо говоря, и мы играем в Человека-паука. Собственно. Ух, надо будет подзарядить обязательно наушники, потому что наушники уже скоро такие закончатся. Маска. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Одиннадцать очки навыков. Джей Джон и Джеймсон. Побочное задание новое. Ух, мне прямо. Джона Джеймсон, реально, что-то новое. Для врагов вы выполните боезапас гаджетов. Угу. Ослабление эффекта светошипомух и оглушающих гранат. Ну, это не так. Нужно паутина так на дополнительную концентрацию. Вот, может быть, вместо... вместо атаки гаджетов повышают концентрацию, мы поставим бесшумная ходьба. Противникам требуется больше времени, чтобы обнаружить вас. Вот это тоже нужно. Собственно, не хватает средств. Научные жетоны. Собственно, чтобы получить научные жетоны, нам, наверное, надо... О, я могу. Что там? Ударная паутина отбрасывает врагов еще дальше. Хорошечно. Получение максимального боезапаса инжектора паутины на 2. О-хо-хо. О, что-то новое. Оглушающая волна. Это сгенерирует мощную акустическую волну, подбрасывающую врагов в воздух. Жетоны испытаний и жетоны преступлений. Это типа как у шокера такая, знаете, типа такой пшу-пшу, такой типа я шокер. Сейчас, ребятки, я немного отойду, и пока насладитесь, собственно, видом города.
Итак, я вернулся, ребята. Продолжаем играть в Человека-паука. Ну, чисто по логике, нам надо было выполнить, наверное, побочное задание. Господи, как много. Штурм крепости. Люди-пауки. Давайте начнем, так как мы находимся близко к этому. Частный детектив. И... вот бы нам надо заглянуть, я думаю, порешать задачки. Решаем задачки, да. Опа. А, мне еще нужно делать трюки. Кувырок. Да. О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу и будь осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Все в порядке? Ты ему нравишься. Он блин, а кто же делает разные трюки-то? Помогай другим. Думаю, а ты не запоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Но он не знает, что он мистер Негатив пока что. Так, тут делать разные трюки. Как нам делать разные трюки, ребят? У меня есть ачивка, я видел прекрасно это сделать. 4 трюка. Вот так. Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Капрал Декситер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркин. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Нужно попытаться сделать 4 трюка перед приземлением. Надо 4 разных трюка сделать. Идем, погнали. О, еще. Сколько я сделал? 2. Ребята, я пытаюсь сделать ачивку. Сделать 4 трюка перед приземлением. Походу знаю, куда нам, чтобы идеально точно успеть делать 4 именно трюка. Не 5, не 6, не 100, да? Так. Ну, собственно, сначала сделаем обычное одно задание, а потом начнем делать сюжетное. Окей, я и обещал. Так, давай. 4. Ну! Ачивка, где? Где ачивка? Где ачивка? Где ачивмент? Чего? Сколько трюков-то надо сделать? Почему-то мне не дают эту ачивку, я не знаю почему. Просто не хотят мне ее давать. Может, надо не больше? Простите! Ну, не надо, не надо тогда. Потом я получу. Стой, подожди, я помогу тебе, но... Но надо сфоткать. Что надо сфоткать? Нет. Получилось. Опа. Ну раз мы рядом, что бы не сфоткать. Чё, частный детектив. О, окей. Да. Вау. А, типа смена дня и ночи произошла. Прикольно. Мэм, что с вами? Кармен, не со мной, с моим мужем, Родриго. Он странно себя ведет, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, нет. В вопросах семейных отношений я вам не советчик. Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Компании. Он напуган, но мне ничего не говорит. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером, у клиники в Гринвиче. Ладно. Не волнуйтесь, Кармен. Я выясню, в чем там дело. Клиника рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Где она? Где фотка-то? Еще странно, что телефон до сих пор не появился.
сказали вроде, что мне будет на телефон там сообщение приходить и все такое, а здесь у меня до сих пор ничего нет. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Если плохой ракурс. Надо встать напротив. Тогда отдавай мне чертежи. Прекрасно. В смысле, встать напротив? А я, по-вашему, не напротив стою. Любопытно. Ага. То, что надо. Ну ладно. Тихо. Не помни меня, если кому скажешь. Сюда не произвели, но вас заметили. Вы, естественно, заметили там. Надо встать напротив. Я встал, сфоткал. Нет, плохо видно. Встань сбоку. Что? Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Блин. Только попробуй что-нибудь утаить. Вот что мне нравится, вот этот плохой ракурс. Надо встать напротив. Идеальный. Он идеальный. Мы разбираем классические блюда. Прекрасно. Блин, подожди. Я... Есть! Я же сфоткал. Меня они не заметили, меня заметил какой-то... Ты знаешь, кто. Не, а как тут делать реально? Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. Так. Тише. Плохой ракурс. Надо встать напротив. Ну, подождите, я только что был хороший. И вместо того, чтобы сфоткать, выстрелил просто у них. Да. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Самое жесткое дополнительное задание для меня. Так. Плохой ракурс. Надо встать напротив. Четкий кадр. Ну ладно, не помню. Подожди, меня заметили, но как? Почему они меня замечают? Почему они меня замечают? То есть они не замечают, когда их фоткаешь, а потом они резко начинают тебя замечать. В чем фишка, я это не знаю. Это Родриго. Это Родриго, да. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь. Да, просто, конечно, прям... Плохой ракурс. Надо встать напротив. Ну вот. За машиной, есть. Как бы, и такой оп-оп-оп, типа, и убежал. Ну, вроде сейчас идеально, да? Что дальше? Шантажи? Все серьезнее, чем я думал. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Ага. Кармен, сейчас скину вам фото. Вы знаете эту женщину? Нет. Впервые вижу. О чем они разговаривали? Похоже, она его шантажирует. Она упомянула какие-то чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление. Но мне нужно собрать больше улик. Если что, обращайся. Хорошо, я посмотрю, куда она повезет чертежи. До скорого. Да, да. Я вообще не буду близко приближаться, а то я знаю, чем это закончится. Буду вот так просто раскачиваться максимально. Оп. Опа. Ой. Еще одна жертва? Или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. Нажмите L2 и нажмите удачи. Да, как увидел снимок, сразу стал шок. Родриго всегда был прям. Нужен другой ракурс. Вот обрадуется. Дай-ка посмотри.
Вот это я понимаю. Серьезно? Это идеальный рак.